Из Пуэрто-Рико мы привезли вот такого вот крабика, магнитик. Мы вообще их коллекционируем. У нас в спальне огромная коллекция магнитиков. Они на стенке висят. Но муж решил вот этого вот краба прицепить на холодильник, потому что когда открываешь дверку, вот так он смешно этими клешнями шевелит. И здесь написано Пуэрто-Рико. Классный магнитик. Ой, ребят, вечная женская проблема. Что приготовить на завтрак, на обед, на ужин? Думала, что сегодня готовить. Я сегодня дома, у меня выходной. Нужно что-то же готовить, кушать. Думала, нашла. Вот такой у меня на полочке стоял гарнир. Это я в европейском магазине покупала. Домашние гарниры. Плов овощной с натуральными специями и зеленью. Отварю вот такой вот плов. И решила, в морозилке у меня были креветки. Разморожу сейчас креветки. Они вот, смотрите, уже вот эта вот какашка в середине уже удалена. Ну, их только почистить осталось. Вообще, последнее время покупаю замороженные, ну, вот такие неотварные креветки. У нас продаются и отварные, и можно купить вот такие вот неотварные. Покупаю такие и сама их готовлю в оливковом масле и добавляю немножко чесночка. Так что сегодня вот у меня будет рис с креветками. Вы помните, какой у нас в ванной был апокалипсис? У нас дырка здесь такая большая была. Сегодня едем с мужем в Home Depot. Это такой магазин у нас. Все для дома, строительное, там все краски. Нужно купить, вот это же все нужно закрасить. Говорю, давай уже сегодня купим краску. Я думала, у нас осталась эта краска, вот эта вот синяя. Ничего подобного. Не осталось у нас краски. Сейчас едем в Home Depot, чтобы это все закончить. Мне нужно, потому что у нас все в коробках, вот эти все мои духи, вся косметика стоит в коробках на полу. Нужно же это заканчивать. Все, моему мужу, я ему уже несколько раз говорю, тебе нужны таблетки для памяти. Пришли к машине, вернее, мы едем на рабочей машине. Вот рабочая машина стоит вот там. И он забыл ключи. И говорю, все, начинаю тебе покупать таблетки для памяти. Забыл ключи дома. Let's stop at the pharmacy to buy you pills for the memory. Oh, for you too. I don't need it. Yes, you need it. В этом магазине еще хотим посмотреть лестницу. Вообще дома, ну вот нужная вещь, такая, знаете, лестница 2-3 ступеньки. Не такая большая, как вот строительная, там у них большие лестницы. У мужа есть такая в машине, но, знаете, каждый раз ее таскать из рабочей машины, говорю, давай посмотрим в этом магазине лестницу. Он говорит, закажи по интернету. Я говорю, я уже сегодня смотрела. Они дорогие, довольно-таки дорогие. Там от 60 до 100 долларов. Я говорю, в этом магазине вот я когда-то видела такую лестницу именно для дома. Ну, знаете, если куда-то там залезть, вот там в кухне, большие, ну, высокие такие у меня полочки, тоже иногда нужно. Так что сейчас посмотрим. Если найдем подходящую, то обязательно купим. Ну, и она нужна будет мужу, чтобы покрасить ванную, чтобы не носиться каждый раз с этой большой лестницей из рабочей машины. Наш Home Depot. Вы только посмотрите на размеры этого магазина. Вот здесь он начинается. И вот аж туда-туда. А, за машиной не видно. И вон аж туда-туда-туда он заканчивается. Огромный магазин. Здесь можно найти, что только хочешь. Ну вот сколько здесь оттенков синего, голубого. Вот как найти нашу краску? Я ее сфотографировала. Это зеленая. This is green. We have blue. Something like this. I think something like this, no? Пришлось нам вернуться домой.
Потому что по фотографии мужик, который там работает, я ему говорю, можешь нам вот такой цвет краски дать? Он говорит, не могу, потому что фотография искажает цвет. Говорит, привезите мне кусочек со стенки, снимите кусочек краски, я вам отсканирую. Оказывается, я даже не знала, что можно отсканировать этот цвет. И говорит, я вам точно такую же краску найду. Муж пошел в ванную, чтобы содрать кусочек краски, поедем обратно в магазин. Пришел муж, говорит, а я не принес кусочек краски, потому что краска вот такая. Я его чуть не убила. I almost kill you, you know that? Так он шутит. Я его сидела полчаса ждала, ну не полчаса, но минут 15 ждала. Он там еще в туалет сходил. Говорит, не принес. Вот любит он меня нервировать. Вот такая вот краска. Сейчас поедем сканировать. Надеюсь, этого достаточно. Так, сканирует. И сейчас мы узнаем, какой цвет нам нужен. Краску взяли. Еще вот такой вот я себе взяла спрей. Только в этом магазине есть такой спрей. Чистит все отлично, очищает все что угодно. Ванную, раковину. И сейчас идем искать лестницу. You find that? No, that's too big. Нет, это слишком большая. А, вот такая. Oh, that's perfect. Yes. Это отличная. It's not too small? Try. Okay. You hold it right there for a second. My step ladder. Two steps. I don't know how many feet. Oh, two steps. I think it's too small, no? Huh? Let me see. You open it. Ah, так она. You see? Закрывается. You lift it all this way. Ah, okay. Решили взять с тремя ступеньками это. Маленькая, можно и стул использовать. А решили взять вот такую вот с тремя ступеньками. И какая разница в цене? Сейчас покажу вам. Значит, маленькая $30 стоит. И с тремя ступеньками $50. Да. Exactly. Дешевле, чем на Амазоне. Heavy? Heavy? Вот такой у меня получился сегодня овощной плов. И креветки вот отдельно обжарила в оливковом масле. Немножко чеснока в масло добавляю. Тогда они получаются очень вкусные. Муж уже поел, понравился ему этот рис, говорит, и рис, и креветки вкусные. И себе делаю. Мне что-то рис не очень хочется. Себе делаю вот такой вот смузи. Здесь банан у меня. Несколько кусочков льда, клубника замороженная и ягодки черники. Все это сейчас заливаю молоком, ну немножко молока, вот так. И получится очень даже вкусный смузи. Вот такая у меня красота фруктовая получилась. Выливаем стакан, что-то я много сильно сделала. Это мне на два раза, не знаю, выпью или нет. Муж уже на работу ушел, но в любом случае он смузи не очень любит. А там еще, наверное, полстакана осталось. Не знаю, осилю я или нет. Но, ребята, это такая вкуснятина.